22 июня 1941 года в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. В первые месяцы боевых действий советские войска понесли катастрофические потери. Под натиском опытного противника, закаленного сражениями в Европе, Красная Армия была вынуждена отступать вглубь страны. Захватчики стремительно продвигались вперед, сравнивая с землей города и сжигая деревни. Пали Минск, Смоленск, Новгород. Бомбардировкам подверглись Киев, Севастополь. Под угрозой оказались Ленинград и Москва. Тысячи советских бойцов оказались в котлах, в том числе командир роты капитан Зорин. При попытке выйти из окружения он был взят в плен и доставлен в ближайший дулаг. Из пересыльного лагеря его должны были отправить в место постоянного содержания. Понимая, что для него и товарищей это будет дорога в один конец, он начал готовить восстание, но фашисты об этом прознали. Шуметь. Teilt euch auf. Durchsucht das Dorf und den Wald. Findet und erschießt die Flüchtigen. Es darf niemand entkommen. Здесь враг. Спокойно.
richtig nutze. Шуметь.